Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, вернее, воришка Неломоб. Мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Simulator Вора 2. Именно Thief Simulator 2, она звучит по-английски, на английском языке. Мы быстренько проверим, нет ли тут у нас чего-то. Мясо для пса, пускай лежит. Так, теперь наша задача следующая. После того, как мы в прошлой серии сделали там маленький, так сказать, подрывчик, нам нужно погладить котика. Вот так, котика погладим. Трижды, на счастье. И сейчас нам, за нами там гналась копы, нам нужно перекрасить машину. У нас 13 тысяч долларов, мы можем полностью себе это позволить. Вот у меня сейчас в инвентаре, так, автосервис нажимаем. У меня сейчас в инвентаре, на самом деле, там нету его, а аккумулятор, который я разбирал тачку, у меня лежал в шкафчике. Вот сейчас заодно интересно будет глянуть, можно ли этим... Здорово. Можно ли продать автозапчасти, машина, Mercedes-Benz? Мне это пригодится. Я могу его просто-напросто продать за 1000. 0 килограмм. Мы его полностью. Добыча, машина, автозапчасти. Нету. Интересно. Я не буду. Ух ты, тут машины стоят. Дорогие спорткары. Потом, видимо, откроется, сможем купить себе тачку нормальную. Так, что здесь? Тут нельзя залазить. Что тут за дверь? Тут нельзя. Ну, идем перекраску делать. Перекрасочку. Bring it on. Ты что успеешь тут? Так, перекрасить им автомобиль надо. Красный, белый, черный. Черный автомобиль. Пускай будет черный. И розовый. Нет, пускай будет черный. Классика. Телефончик. Алло. Научись угонять хорошие тачки, тебе будет гораздо проще вернуть долг, если привезешь мне крутую тачку. Так, освоить автоугон уровень 2. Автоугон уровень 2. Ну, давайте. Ну, тут и тачки, конечно. For sale. О, это продается. Взаимодействовать. 25 штук долларов. Shadow How GT. Наслаждайтесь этим Max Muscle... Каром. Почувствуйте, масл, типа, масл каром. Почувствуйте его скорость, роскошь и отсутствие места для хранения тяжелых вещей. И отсутствие, наслаждайтесь отсутствием места для тяжелых вещей. То есть это не грузоподъемная тачка. Больше ничего нельзя приобрести. Хлам всякий. Это единственное, что он купит за 25 штук баксов. А это что такое? Так, хорошо, for sale, уровень 2, автоугон, навыки, это оно, автоугон изучен, первый уровень, второй уровень, изучил, украсть машину, пробел, привези мне тачку из дома 206, Хилл Вилли, а я расскажу, чтобы твой долг был погашен, там писала, или что, я не успел дочитать, так, 106, вот меня сейчас... Честно признаться, Хеллвилл, мы отправляемся туда, но у меня такие смутные воспоминания. 206 это гаражи? Не гаражи? Что это? Нам, может, надо было ехать домой, чтобы купить подсказки? Может, надо было все сразу подсказки купить? Но мы можем это дело проверить, нажавши Escape, зайти в заметочки. 206. Ну вот, у нас тут ничего нет, никаких подсказок, миссии. Ладно, еду домой, еду, куплю себе подсказки. Могу же себе позволить, денег у меня много. В убежище. Возьму сейчас себе подсказки эти все. 206. Может, еще каких-то других домов покупить сразу побольше. Ну и, в принципе, у меня такая, какая у меня, как бы, стратегия, что я наперед не покупаю. Мастерская. Ладно. Оно стоит недорого. 201, ну тут очень все как-то 202, закрытый, 203, 205, вот он 206. Берем все подсказки. Все, а тут у нас что? Вилла появилась, где-то замочек, а система безопасности замочек, вилла, Вилсонов. Так, окей. Так, теперь можем двигаться на 206 дом. На Хеллвилл.
Потерь 10% к их стоимости в своем убежище. Вы читали, что там писали на экране? А я постоянно в своем убежище продаю. О, бежит куда-то. Спортсмен, смотри. Так, 206. 206. 206. Мешаю ему бегать. Ты смотри какой. 206. Ты не могу понять. А впереди меня слева. 206 дом или какой-то? А да, вон. Это 206-й. Идем на паркинг. О, тут машинка. Тут машинка стоит еще. Так, которую можно, в принципе, отмычками ломануть. Так, вроде рядом никого нету. С местных жителей. Так, открываем. Вау! Вау, планшет. Принтер. Багажники вот туда. Все, больше нет ничего. Закрываем. А угнать такую точилу нельзя. Опа. Записка. Научись парковаться, дебил. А что, он плохо... А, он немножко криво припарковался. Ты ему записку оставил. Так, хорошо. Но мы немножко подзабили себе инвентарь. Чем-то. Планшетом там или мобилкой. О, 2 килограмма. Запертый, кстати, планшет. Так, здесь мы должны машину угнать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Микрокамера, гном, автоотмычка. Дрыхнут они. Ну, давайте посмотрим на заметки. Хелвилл 206. Нет дома. О, они все спят. У них прям вон спячка всех сейчас. 3 часа. Запас. Машину там угонять. Делаем вот таким образом. Так, это мы поставили. Быстренько, быстренько, быстренько заметки. 206. Какие-то добыча, подсказки. Вы можете забраться по вьющейся растению за домом. Все окна, кроме гаража, оборудованы сигнализацией. Пульт охраны для камер находится наверху. Так. Миссии. Статую нужно уничтожить. Телевизор, золотая статуэтка лица находится в сейфе наверху. Ну, ясно. Гараж. Тут надо дрон. Так, это мы отключили. Ладненько. Мы по кирпичам могу перепрыгнуть? Не хватает прыжка. Может, попозже стану более спортивным, повыше смогу прыгать. Ладно, автоотмычку давай. А что за статую мне нужно уничтожить? Вот эту? Нет, не эту, наверное. Эту тачку мне нужно угнать. Как эти ворота открыть? Вопросик, конечно, интересный. Как эти ворота... С гаража открываются, видимо. Надо найти способ, как проникнуть в гараж, значится. Камеры? Красненькое что-то вон. Внутри, что ли, камера? А вот камера. Все дрыхнут. Забраться. Как попасть в гараж? О, дверь. Автоотмычка. Так, открываем тихонько. Ой, блин, тут камера. Мертвая зона. Как эту камеру вырубить? Ой, могу пройти. Так, автоугон, уровень 2. Это могу взломать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чтобы снять охранную панель с охраны. Что-что? Снять охранную панель с охраны. Необходимо потянуть за кабели, которые подключаются непосредственно к блоку питания. Если вы выберете другой кабель, сработает сигнализация. Будьте осторожны. Блок питания. Это блок питания? Наверное. Вот это блок питания. Зелененький. Как дергать? Вооружен. Ну вот синенький сюда вооружен. Сигнал Т. Не повыскакивает ничего.
А, вот, наводишься. Там уже проснулись. Раз. Два. Куда этот кабель тянется? Есть. Есть! Как это открыть теперь? Там какой-то чувак уже проснулся. Как гараж открыть? Сигнализацию отключил. Как гараж открыть? Гараж, взломайте панель безопасности. Блин, не получится, значит. Стеклорез, стеклорез. Чпок. Один челик, он проснулся. Панель безопасности надо ломануть еще. Тоже мне. Эх, блин, чё ж так все тяжело-то? Так, мы в доме. Где эта панель безопасности? Челик. Они все просыпаются, блин. Вот она, панелька. За уголочек стану. Так, я уже наученный. Раз. Два. Гараж скрыл. Уходим, уходим, уходим отсюда. Валим, пацаны, отсюда. Блин, телек. Ладно, берем телек. Куда я должен положить этот телевизор? Места нету. Ой, в окошках, пофиг. О, гараж открылся. Потом заберем телевизор. Потом, потом, потом. 206-й. Сюда его. За территорию. О, гараж открытый. Надо было сразу машину взломать, наверное. Точила. Как ее-то взламывать-то? В капот лезу. Раз. Два. Е. Все? Это весь взлом? Ё-моё, дрелька. Так. Чего? Таргет 5-1. Result 0. Try again. А, блин! Поехали! Блин, я чуть мента не сбил. Но я что-то... Я не понял, как это взламывать. Вы что, серьезно? Капец, как это взламывать? Я что-то наклацал наугад. Там какое-то обучение выскочило. Вот, блин, почти получилось. Я наугад клацал, и получилось. О, не все спать расходятся. Хорошо, у меня какой-то опыт есть. Надо дойти опять до этой машины, до этого момента. Какой-то опыт у меня есть уже в этом всем деле. Хорошо, хорошо, попробуем еще раз. Но на моменте, там, где будем машину тянуть, надо будет продолжить уже, когда подойдем к машине, собственно. Так, я снова возле машины, телек сбросил. Не знаю, что сейчас у меня с этого все получится. Надеюсь, что-то хорошее. Так, это мы, допустим, сверлим. Мне нужно обучение. Сесть, муж. КПК. Result. Таргет. 0. Result. Камера меня засекает, походу. 15. Коррект. Поехали. Полиция, привет. Назад. Назад. Гоним, 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 гоним. Блин. Три раза попадает по мне, я умираю. Ай. Там, походу, надо, чтобы у тебя как то умножение цифры, чтобы ты попал в цифры. И камеру как-то надо обезвредить, камеру. Потому что если меня эта камера засекает, то сразу сигнализация срабатывает. Вторую камеру нужно обезвредить. Найти способ обезвредить вторую камеру. Как это сделать? Как вторую камеру обезвредить? Как-то все камеры можно отключить в доме, правильно? Есть какая-то кнопочка, есть какой-то способ, чтобы их все отключить. Так. Пульт охраны от камер находится наверху. Блин, это фигово. Тут меня замсекает. Надо пульт. Надо камеры все отключить. Камеры все отключить, получается. Мы попробуем.
Находится наверху. Пульт охраны. Пульт. Пульт. Так, это мы, допустим, отрезаем. Не надо камеры все подключать. Если я пультом отключаю камеры, то тогда у меня должно быть все хорошо. Ну, надо как-то быстренько к этому пульту добраться. Что? Как меня заметили? Копы уже здесь. Сигнализация! Все пропало. Блин. Ладно, ловите меня. Идем внутрь. Я хотел посмотреть, где пульт находится. Я хотел глянуть, где находится пульт, а ничего не выходит. Как они меня услышали? Как они меня увидели? Может, та камера, которую я должен был дроном отключить? А я ее не отключил вот здесь. Как-то меня каким-то образом подхватило. Давай попробуем, ладно. Может, как-то она меня подхватила. Так, они все дрыхнуть пошли. Мы залазим тут по лозе, по этой. Так. Плюс мы идем... Присядочку. Они все ложатся спать. Камера вот здесь. И одна. Мы тут стекло. Крутим, вертим. И легонько открываем. Идем. Все спят, все отдыхают. Все молодцы. Здесь крутим. Опять услышали. Как? Как они меня снова слышат? Бежим. Дороги. Оу, щит. А где этот пульт управления камерами? Ого, тут фига себе тут. Двое копов. Но я камеру отключил, по-моему. А вдруг получится? Не знаю, сижу в шкафу с гитарой. Семиструнной. Уселся. О, копы внизу два. Что-то проверяют. Бегают. Не знаю, а на сколько времени я камеру отключил? Вопрос тоже открытый. Я решил не загружаться. Но мы не открыли гараж. Окно. Мы просто его открыли, не ломая. Или как я попал внутрь? О, все. Один ушел, полицейский. Второй еще бегает. Надо, чтобы они все положились, поукладывались спать. Но время прошло много. Блин, надо отключить как-то гараж. Ну, юсь. О, камера потухла, синяя стала. Что немаловажно. Сейчас нельзя им попасться на глаза? Они сейчас снова полицию вызовут? Но чтобы мы как-то успокоились и все положились спать. Но им уже 3 часа ночи. Заметки. 26. Ну, они уже вот не спят. Не дома сейчас одного. Кухня. Кровать. На 1 час. Ну все, они поуходили. Ну вот в 7 часов. Подожди, 7, а сейчас... А, нет, они еще спать будут. Сейчас еще 2 часик будет спать. Тут сейчас 2 часа еще будут дрыхнуть. Ага. Блин, там только один человек, вот этот. Их тут четверо. Тут только будет сиденье, ванная, кухня. Ладно, допустим, подождем, пока они рассосутся. Эти что, на улице, что ли, стоят? А надолго ли я камеру отключил? Ну, вроде бы бесконечно отключил, на бесконечно. Все боятся, все напуганы, я понимаю. Там двое, тут двое. Но пока что еще полицейский, значок один мигает у меня. Мне нужно спуститься вниз, отключить, значит, гаражную защиту. То есть, о, все. Вот эти пошли. Это знак вопросик. Тоже знак вопроса, восклицание. Вот сейчас у меня непонятно, кто куда ляжет спать. Не знаю. Пускай куда-нибудь хотя бы... Куда-нибудь прилягут, сядут, не знаю. Хотя бы куда-то. С этого уже будем отталкиваться. Как мне дальше двигаться? Как мне дальше действовать?
Идут наверх. Так. Кто-то в ванну и кто-то куда там еще. Главное, что кто-то, кого-то не было прям... О, одна селась, легла. Второй сидит. Окей. Мы спускаемся вниз. Правильно. Надо двигаться быстро. Вниз надобно. Один тут дрыхнет. Телевизор охраняет вовсю. Нам нужно быстро отключить вот эту вещь. Так, желтенький есть. Красненький есть. Синенький есть. Телевизор взяли. В окушко его. Сами сюда. Камеры деактивированы. Круто. 10 секунд потеряю. Бросил телевизор сюда. Это может меня погубить. Нашел открытую дверь. Фигово. Сейчас поднимет кипиш. Есть, быстро справились. Давай, родимый. Давай, нам нету времени. Так, двоечка. 15. 1. Двоечка. 2. Блин, кажется... Я не понимаю, как эта фигня работает. Коррект. Бля! Все же было сделано идеально! Как понять, каким образом... как разобраться, как эта система работает? Видите, я так много тупил. Клацал наугад. Где эти подсказки найти? Камера, все инструкции. Так. Дополнительные навычки. Взлом, наверное. Выживательные навычки. Где про это почитать? Все инструкции. Дрон, фонарик, бег телефона, фотографии, налеты, угон старые машины. Допустим. Все провода в правильном порядке, в зависимости от... Угон старые. Ну это фигня. Не надо угон новые машины. Обучение работе механика. Почему нету подсказки? Автоугон. Тут нету этой инструкции. Блин, да просто я все сделал. Я все отключил в этот раз. Вообще идеально все было. Наверху все сделал. Все равно все провалено, ё-моё. Я не знаю, как это пройти. Это нужно... Какую-то железные нервы, железную выдержку. Они меня слышат. Они меня видят везде. Блин, блинский. Пробую зайти сзади. Сзади в дом зайти попробую. И подняться по ступеням. Какая-то лесенка, кстати, есть. Вот. Используем. Так. Стеклорез. Так. Опять услышал. Ловкость уровень 2. Оу, щит. Оу, щит. Ловите меня севера. Семеро. Так, загружаем. Ловкость уровень 2. Ловкость уровень... Может быть, мне надо через вентиляцию пролазить? А ну-ка, сейчас ловкость уровень 2 себе вкачаю. Давайте попробуем. Что-то пока что вообще у меня. Навыки. Ловкость уровень 3. Ловкость уровень 2. Вентиляционные отверстия, скорость приседания увеличена, высота урона от падения уменьшена. Изучаю. Рискую, изучаю такую вещь. Так, сейчас попробуем.
Дрончиком вот это отключаем назад. Фух, задолбался уже, честно, реально. Тяжелая миссия. Посмотрим, может быть, тут лесенка это неспроста стоит. Сейчас будем посмотреть. Так, пойдем по лесенке. Ну-ка. Через вентиляцию сейчас. Опа, и залез. Пошли. Тихонечко. Тут один дрыхля. Блин. Золотая статуэтка находится в сейфе наверху. Да нету времени у меня сейчас на эти дела, ваши статуэтки, честно вот. Мне тут дела поважнее, разве не видно? Так. Закрываем. Так. Закрываем, открываем. Ой, что-то щелкнуло чуть-чуть. Чуть-чуть что-то щелкнуло. Так, 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 идем, 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 идем. Давай. Раз, два, три. Гараж открыл. Тихонечко открыл. Блин, как с этим разобраться? Как же разобраться с этой машиной? Ну сейчас я же все идеально, смотрите-ка, делаю. Очень все идеально. Очень все прям идеальненько. Велик. Смотрите, гараж открыт. Все открыто, все сделано. Все четенько. Сигнализацию. Раз. Два. Ключи. Это не понимаю. Вообще не понимаю. Зелененькая. Везде зелененькая. 5. 1. 1 умножить на 2. Будет 3. 7 умножить на 5. 15. Почему incorrect? 3. 1, 2. О, correct. Поехали отсюда. Не знаю, я так и не понял, как это работает. О, какая быстрая тачка. Но я ее угнал. Ха-ха. Ха-ха. Ничего себе. Ничего себе, она дает газу. Угнал. Фух, вот это я долго ее угонял. Но картину я выбросил за этот. Так, звоночек. Мне нужен только корпус, поэтому продай тачку целиком в автосервисе. Забирай себе любые детали, мне плевать. О, мы ее сейчас еще на разборчик отправим. Отлично. Но прежде чем мы это сделаем, мы должны поспать, чтобы это было днем. Пью водички пока что. Угу. Вообще не понял, как это работает. Вообще не понял. Вообще непонятно, блин. Это же дальше такие тачки все будут. Мне кажется, там умножение работает. Ты не должен выйти за... То есть ты должен умножать. Но ты не должен выйти за пределы. Вот эту тачку мы угнали. Красную тачку. Ну, красиво выглядит машина, согласитесь. Машина топ. Угнали машину. А как нам можно ее что взять... Ага, вот, мы ее туда закинули. И получается, поменяли местами с той. Старенькая здесь моя. О, корпус один остался. Это на разборочке у меня. Ну, топчик, топчик. Двери закроем. Смотри, какая тачка. Ну, это типа спорткар. Можешь разбирать ее как хочешь, мне нужен только корпус. Вы слышали эту информацию? Так, начинаем тогда с колес. Или снизу. Давайте я уже профессионал по разборке. С подвески. Ой. Так, чуть отдалить можем. О. С подвесочки. Там что там? Оп. Ты-ты-ты-ты. Так, правой кнопкой мышки можно крутить. О. Амортизаторы снимаем. 7000 баксов. Ну, туда типа водишь себе... И смотришь, ничего тут часом не зеленеет. Вдруг что-то подзеленеет. Переднюю подвеску как-то можно тоже... Так, и назад.
Сзади. О, вот средний, в серединке смотришь аккумулятор. Ничего тут этого нельзя снять. Escape. Передняя подвесочка. Ну, типа, смотришь себе. Что тут можно потянуть? По-моему, больше ничего. Так, отлично. Тогда идем поднимать ее. И теперь колесо. Я уже профессионал. Как же я тупил долго, когда первый раз тачку разбирал. Спортивный тормозной суппорт. Тормозные колодки. Спортивный тормозной диск. Так. По-моему, здесь с этой стороны все. Выходим на ту сторону. Ух, так счастлив, что эту миссию прошел. Не очень было просто. Пока разобрался. Хорошо, что я эту лестницу заметил. Видите, камеры надо включать. Самое сложное, это мне было, как этот пароль отгадать. Так, что-то не с той стороны. Как эти пружинки поснимать, я не понял. Выхлопные наконечники. Может, как-то сзади специально надо подходить? Сзади нажимать. Типа, опустить. Ну ладно, давайте колесами разберемся. То, что знаю, пока разберу. Спортивный тормозной... Тормозные колодки. Спортивный тормозной диск. Так. По-моему, все. На другую. Другое колесико. Так, колесо проспект. Так, спортивный тормозной суппорт. Так, тормозные колодки, спортивный тормозной диск. Так, ну все. Так, теперь ее надо опустить, по-моему. Идем в двигатель. Там что-то труба воздухозаборника. Так. Интеркулер. Турбо. Ремень генератора. Шкив. Помпа. Натяжной. Там что-то там. Ремень. ГРМ. Топливная рейка какая-то. Свечи зажигания. Впускной распределительный вал. Один, второй. Выпускной коллектор. Автоматическая коробка передач. Снимаем ее отсюда подальше. Опа. Масляный поддон. Так. Шкив генератора. Генератор сам. Кевларовая муфта. Так, с этой стороны. Труба, турбо. Турбокомпрессор. Выпускной коллектор. Так, тут еще на $600 деталей в этом кузове. Опа, аккумулятор. Снимаем его. Тут что-то я не понял, да? Спортивный катализатор. Еще на $300 деталей надо наснимать, ребятушки. Так, только мне непонятно. Двигатель. Ну, пойду, залезу под низ еще раз. Подвесочка. О, есть. Амортизаторы не поснимал. Выхлопные наконечники. Концевой глушитель. Средняя труба. Спортивный катализатор. $0. Все. Проспект, тачка Проспект называлась. $0 осталось в ней. Все, теперь нам нужно ее сдать. Но прежде чем мы пойдем ее сдадим,
Идем сюда, зайдем. Эти детали, возможно, сейчас, которые у меня появились, мы на Black Buy, вот кухня. Пробегусь по этим вот делам своим тут. На всякий пожарный. На всякий пожарный. Автозапчасти. Во! Во! Отослать. Колесо спортивный тормозной диск. О! Две штучки, свечи. Потом еще что-то в нас даем. Денежка капнула. 16 тысяч баксов. Так, а остальные детали, что с ними? Они у меня в инвентаре? Нет, по идее. Не знаю, куда они деваются. Продать. Теперь нужно эту машину продать. Само на автосервис. Там, помните, там было два кузова. Одно кузово у меня получается, второе кузово. Мы, по идее, мы можем оба эти кузова, получается, сейчас продать. Типа, но они мне показывают таким образом, что типа... Hello, mate. От машины 1000, 5000 баксов. Я беру с никаких лишних вопросов. Это проспект. Продать. И это не блэкбаевская кузова. То есть мы можем спокойно такую тачку продавать. Она разобрана. Она разобрана полностью. Мы на ноль. Ответим. Хочешь быстренько обзаведись наличкой? Взломай банкомат, сходи в Madison Street и сделай это, а потом твои бабки. Хе-хе-хе. Шучу. Купить инструмент для взлома банкоматов и взломать банкомат Madison Street. Буква Т. Обучение. Взлом банкомата принесет вам много наличных и быстро, но придется постараться. Чтобы взломать систему, расположите в нужном порядке ряды чисел. Сколько рядов, столько и попыток. Тоже какой-то, помню, такая... Ага! Расположите еще раз. В нужном порядке ряды чисел. В нужном порядке ряды чисел. То есть ты должен понимать, какие цифры ты можешь расположить в нужном порядке. 5 рядочек выстроить. Единички, наверное, потом. Это тоже надо, короче, как-то разбираться, тренироваться. Так... Я помню, в демке, по-моему, это было. Но, в принципе, мы можем с вами серию как бы завершать. Как бы мы много сегодня наиграли, много сегодня сделали. А с банкоматами уже взломать банкоматы будем учиться в следующий раз. Как бы, в принципе, такую большую, эту самую, большую такую... А подождите-ка, тут у меня... А, тут, кстати, дешевле на 10% продается, чем мы бы продавали бы на где-то. Так что мы будем этот хламчик с собой тарабанить. Плюс у нас еще там где-то телевизор валяется. 206. Надо бы его забрать. Так, а что? Что у меня здесь? Ух ты, тут тебя раньше не было. Я тебя тут раньше не замечал, по крайней мере. Что там? Записка. Это место мне досталось по скидке. Кажется, владелец помер в пожаре. Да и прочая странная херня произошла. Короче, это место будет нам убежищем на случай, если мы вляпаемся в какое-то дерьмо. Это, по-моему, я уже читал. И... Что это такая непонятная? Это, по-моему, мы все смотрели уже. Все читали, все изучали. Так, а что? А куда я? Ага, вспомнил. Я хотел перед тем, как завершать видео, глянуть вот эту вещь. Инструменты распродана, отмычка 9, ну подкупить можно, подкупить, чтобы было всегда, микрокамера купить 2, мясо чуть-чуть всегда можно купить, шумную рацию я одну случайно, распродана, дрончик, может позволить себе очки ночного видения за 3000, типа ночью пробиваться в хату. Распродано ноутбук для взлома банкоматов. Ну, давайте купим ночное видение. Будем тестить его тоже. Дрон пока... Не знаю, пока не буду спешить. Пока что... Кстати, у меня там было где-то банк. У меня... Я же там положил деньги. Баланс счета, ваш бумажник, хранилище. Давайте хотя бы 2000 долларов в хранилище еще доложим. Все, пускай лежат в банке. Так, stolen. Что тут у нас? Что-то выполнилось? О, сыграть игровых дней. Получить. Улучшение машины и покраска стоит 50 долларов. Время замедляется. Время взлома замков. Отлично, берем. Что еще? Украсть больших предметов.
украсть предмета вообще. Приглашение сообщника стоит 0 долларов. Получено. Все остальное... А вот еще. Заработать денег, украсть предметов, пройти миссии. Уменьшает время отката способности на 3 минуты. О, отлично. Это все нам пригодится, это дело. Назад. Потом задание в плане каких-то там надо поломать, сломать, раскрушить. Вырубить охранника на вилле. Берем все это. Все принимаем. Будем все делать. Будем все стараться по ходу дела тоже выполнять. Деньги хорошие зато дойдут. И плюс у нас контракты. Что по контрактам у меня сейчас? Ага. А у меня контракт есть на портативную консоль первого левела. Мы его так и не выполнили, получается. Или выполняли, оно заново появляется периодически. Или что происходит? Заработать 4000 долларов. Бесконечное задание. Второго не откроется уровень, пока это не примем. Ладно, пока у нас есть сюжеточка. В принципе. Новое. У нас надо банкомат взломать. Этим мы, собственно, с вами и займемся в следующем видеоролике. На сегодня видосик подошел к концу все-таки. Увидимся в следующем. С вами был Неломок. И до скорой встречи. Всем пока-пока.